В поселке Солнечный Усть-Майского района продолжается строительство домов по программе переселения из аварийного жилья. Как давно программа работает в поселке и что уже построено, расскажут наши корреспонденты. В июле 2017 года будет сдан в эксплуатацию многоквартирный дом в каменном варианте. В сентябре такой же дом, построенный по новым технологиям. По этапу 2014 года мы сдали 6 квартир. Вот, по этапу 2015 года 2 квартиры плюс еще 36 квартир. Вот, но этот дом у нас пока, как говорится, подвис, да, там по причинам КЧС, недозавоза. В этом году до июля месяца в министерстве этот вопрос мы отработали. Мы его должны сдать. Вот, и строительство у нас продолжается 36-квартирного дома. То есть срок там сентябрь этого года. Поселок Солнечный принимает участие в программе с 2013 года. Был построен 8-квартирный дом. Жители уже справили новоселье. Качеством жилья в основном довольны. Как живется в новом доме? Очень хорошо. Угу. Тепло. Светло и уютно. Спасибо большое, да, администрации нашего поселка. Жители Солнечного надеются, что программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет иметь продолжение, так как еще немало домов находится в плачевном состоянии. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский Улус.